Всем привет! Вы на канале Страна Гирляндия. В Телеграме в последнее время выходят очень прикольные игры. Если у вас есть желание поиграть, но нету рядом компьютера, а вот смартфон у всех есть под рукой. И самое главное, эти игры не нужно устанавливать. Одна из таких игр – это Bird. Просто проходите по ссылке, которая будет внизу в описании под видео, и начинаете играть, если вам эта игра понравится. Что в ней нужно делать? Собираете монетки, потом за эти монетки покупаете скины птиц. Чем круче скин, тем больше монет за 8 часов он вам принесет пассивный доход. В этой игре есть несколько режимов с препятствиями и без препятствий. Без препятствий вы просто собираете монетки и учитесь управлять птицами. Для новичка с препятствиями проходить эту игру покажется сложным. Но вы очень быстро привыкнете к управлению и будете устанавливать новые рекорды. Повторюсь еще раз, для того, чтобы играть в эту игру, нужен Telegram. А для начала вот вам такой результат. И давайте вы его побьете. Сейчас я набрал 52 монеты, а вообще рекорд у меня 108 монет. Надеюсь, игра вам понравится. Мне игра зашла. Всем пока и до новых встреч.